Вот такие дела, братан, прикинь. Да, чё хотела? Приду домой, как освобожусь. Еду приготовил, нет? Сколько раз я говорил так не делать? Ты бесполезное существо, ты для меня ничего не значишь. И ты имеешь совесть перед всей семьей мне это говорить? Как освобожусь, так и приду домой, поняла? Все, давай. Это что такое, Стив? Она меня достала, братан. Сил нет терпеть. 2 года уж вот так, и становится все хуже. Сыт по горло. Ерунда, поверить не могу, что ты так с женой разговариваешь. Наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, учил нас, что лучшие из вас — это лучшие в отношении к женам, а я самый лучший для своих жен. А это что было? Она не понимает. Да, она может ошибаться. Но это ж не значит, что можно с ней так разговаривать. Наш пророк велел нам, Стив. Сам же знаешь. Он велел нам быть добрыми и мягкими по отношению к нашим женам. А все из-за чего, Стив? Из-за еды? Наш пророк никогда не жаловался ни на что из того, что ему подавали. Стив, жена — это аманат, это ценность, доверенная Аллахом. Чья-то дочь, чья-то сестра. Хочешь, чтобы с твоей дочерью кто-то так говорил? С сестрой с твоей кто-то, чтобы так говорил? Ты мусульманин, Стив, ты выше этого. Ты прав, я выше этого. Она заслуживает лучшего отношения. Мне нужна помощь. Да нормально все. Всем нам в определенный момент нужна помощь. Обращение за помощью, Стив, не делает тебя хуже. Это делает тебя лучше. Так что начни с извинений. Купи ей подарок. И не переживай, я тебе помогу. Я буду меняться. Иншаллах.